Ну что ж, новогодние праздники позади, и у многих девушек возникает вопрос, что делать с этими красивыми нарядными платьями? У кого-то они будут пылиться в шкафу, ну а кто-то будет искать повод надеть их вновь на какой-нибудь праздник. Однако мы знаем самый подходящий вариант. Уличный стиль сегодня на пике популярности, и, как говорится, на улицах можно все. Поэтому смело комбинируйте ваши праздничные платья и юбки со свитерами. Добавляйте массивные украшения, головные уборы, яркие аксессуары. Улица, она такая непредсказуемая. Обычный повседневный лук можно сделать гораздо ярче и интереснее при помощи аксессуаров и деталей в одежде. Декор в виде металлического наката на водолазке, а также красивые украшения из муранского стекла. С клеткой нужно быть осторожнее, вечно твердят дизайнеры. Хватит бояться, ведь это настоящий must-have этого сезона. Яркий клетчатый пиджак с джинсами, который легким движением руки превращается в короткий клетчатый жакет, делая ваш силуэт более стройным. И это только малая часть того, как можно носить модную клетку. Современную модницу сложно представить без теплого спортивного костюма. И, кстати, must-have этого сезона – пуховик-одеяло. Представить себе более удобную вещь зимой, чем похожий на огромное дутое одеяло пуховик, практически невозможно. Такой убивает сразу трех зайцев. Хозяйке тепло, все внимание на нее, защитники животных довольны. А некоторые модели так вообще два в одном. Двусторонние пуховики опять в тренде. Нельзя не отметить, что это очень практично. Дорогие девушки, самая настоящая зима еще впереди, поэтому утепляйтесь, но делайте это красиво и стильно. Тем более, что сейчас такие огромные скидки на верхнюю одежду. С вами была Олеся Чернявская, Вероника Михайлова, Максим Юргин, программа «Утренний коктейль».